В этом году региональный этап собрал 43 коллектива из Гавриловского, Мичуринского, Первомайского, Жердевского района, а также участников из Тамбова и Уварова. Раскрыть свои таланты дети могли в трех номинациях – классический танец, народный и современный. Возраст участников от 10 до 18 лет. Мы приехали из села Платоновка Рассказовского района, и наш номер называется «Фантазия». Мы будем выступать в классической номинации. Я занимаюсь танцами уже 3 года. Нравятся мне танцы, потому что, там можно научиться чему-то новому. Это очень сложно объяснить. Лучших из лучших отобрали по нескольким критериям – театральное мастерство, техника исполнения и музыкальное сопровождение. Теперь танцоры, которые прошли региональный отборочный этап, отправятся представлять нашу область на всероссийском уровне.